Кстати, по нашим наблюдениям женским, настоящий мужчина бесконечно долго может смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как его женщина куда-нибудь собирается. Итак, всем мужчинам, кто когда-нибудь ждал свою женщину возле салона красоты, посвящается. У меня для грусти нет причины. Я привез жену на маникюр. Скоро по своим делам уеду. Хоть минутка есть на перекур. И вот вторую пачку почти я докурил. Все перебрал визит и зеркала помыл. Натер панель приборов и позвонил друзьям. Сейчас выйдешь ты красивая, девочка моя. В норме масло и давление в шинах. Омывателя долил в бачок. Я полчаса даю тебе, родная. У меня остался бардачок. В багажнике убрался, аптечку перебрал и по второму кругу добрался до зеркал. И женские журналы сижу читаю я. Ну шо ж с тобой там делаю, девочка моя? Бабку перевел через дорогу, пробку на проспекте разрулил. Перепарковал два мерседеса, ну конечно, зеркала помыл. И я опять вздыхаю, печаль в глазах тая. Ты наконец выходишь, девочка моя. И тут я замечаю в глазах коварный план. Всего на две минуты заехать в караван. Всего на две минуты заехать в караван.